Султан Аскеров, голкипер «Динамо», рядом с нами после очень важной и нужной победы. Поздравляю, Султан, с этой победой. Твой комментарий по матчу? Было очень тяжело играть в начале. Первый тайм 0-0 прошел. Было много опасных моментов, как у нас и у других. Но второй тайм мы начали с пропущенного гола. И нам нужно было постараться как можно быстрее отыграться, чтобы, чтобы получить эмоциональный взрыв, что ли. Мы играли уже на эмоциях, когда забили второй гол. Нам надо было уже играть на удержание, и мы смогли выйти в контратаку, забить третий с углового. Ну и потом уже засушили игру. Немного неприятный, наверное, для тебя вопрос, но я знаю, что ты большой профессионал. Да, давай момент вспомним пропущенным мячом. Была ли там доля твоей вины? Во всех голах есть определенная доля ошибки вратаря. Когда только мяч взлетел, мне скорее не нужно было на него выходить, либо располагаться чуть повыше, чтобы успеть на этот мяч, либо просто сидеть на линии и ждать удара по воротам. И последний вопрос. Сегодня «Чайка» играла немного невыразительно, или «Динамо» все же сыграли классно и полностью переиграли соперника? В первую очередь, это результат тренировок. Мы всю эту неделю выкладывались. Была огромная самоотдача. И мы вышли очень заряженные, уверенные. И мы знали, что это будет наша победа. Спасибо, удачи. Еще раз победы. Амир Гасанов рядом с нами после, можно ли сказать, исторической победы? Или это будет слишком громко сказано? Ну, я думаю, это громко, слишком громко, да. Победили, да, конечно, нам очень приятно, вдвойне, втройне даже приятно обыграть такую команду. Тем более они не проигрывали уже на протяжении там полутора лет. Мы-то это в голове держали, но все равно готовились как на обычного соперника. Чуть более мотивированными, может быть, да, вышли ребята. Все-таки за счет чего сегодня вам удалось переиграть соперника? Вроде бы как по первому тайму казалось, что «Чайка» владеет преимуществом, создает моменты. Но вот во втором тайме перевернули, это несмотря на то, что пропустили первыми. Ну, я думаю, это в первую очередь сумасшедшая самоотдача. Пацаны реально бились из-за себя, из-за того парня. Это в первую очередь. Во вторую, это выполнение, наверное, наших установок, которые мы дали им на сегодняшнюю игру, да, и наш план, в принципе, сработал. Мы понимали, да, против кого мы играем, и мы понимали, что нам тяжело будет играть первым номером. Мы решили чуть-чуть играть в среднем блоке, и это сработало, да, только так. Только выполнение установки и сумасшедшая самоотдача. Ну, понятное дело, что ребят похвалили после такой победы. Что-нибудь еще ребятам полагается после победы на «Чайке», которая потерпела первое поражение в УФЛ? Да, я пообещал им 2000 рублей, сейчас надо будет отдать. Всей команде? Нет, там были люди, я с ними поспорил, они выиграли сегодня. То есть тренер проспорил, получается, да? Ну, я рад проспорить сегодня, честно, очень сильно рад. Ругать кого-нибудь будете в команде? Ну, а за что ругать? Только если мы сядем уже на спокойную, на взвешенную голову, будем смотреть игру и будем разбирать какие-то моменты, только тогда и то не ругать, а подсказывать. Еще раз с победой. Удачи вам в дальнейших матчах. Данил Левко рядом с нами. Данил, ваш комментарий по итогу этого матча. Неприятно, наверное, проигрывать, да, но все-таки за счет чего «Динамо» сегодня одолели вас счет на табло? Ну, скорее всего, я думаю, что за счет характера нас просто морально переиграли. Каждый где-то кто-то не доработал. Как кто на игру вышел, так она и закончилась. После такой серии команде тяжело было находить мотивацию, выходить на очередной тур? Да нет, выходили как обычно, настраивались, как на каждую игру. Но я еще раз в прошлом вопросе сказал, что все-таки нас переиграли. Что ж, спасибо за интервью и дальнейших матчей вам удачи. Спасибо. Петр Костенко рядом с нами. Петр Алексеевич, ваш комментарий по итогу этого матча? Ну, очень, скажем так,
как и на протяжении всего сезона, сыграла команда «Динамо Дагестан». В принципе, терпела, ждала своего момента. Они дождались этого. Поэтому заслуженная победа «Динамо». Поэтому, в принципе, на все по сегодняшней игре. Ну, я невольно стал свидетелем раздевалок, двух раздевалок. В перерыве в вашей раздевалке летели искры. Чувствовали, что динамовцы могут во втором тайме прибавить и одолеть вашу команду сегодня? Ну, вы знаете, так как складывалась игра, мы хотели, чтобы наши прибавили в первую очередь, наша команда, потому что нас не устраивали какие-то моменты, поэтому в раздевалке разговор произошел немножко на повышенных тонах, но мы, знаете, это больше эмоции. Хотели, потому что тяжело, трезво оценивать ситуацию, когда ты находишься там в перерыве, и мальчишки по-другому немножко воспринимают. Поэтому мы от них требовали то, что у них не получалось, и хотели, как бы говорили, за счет чего мы можем. Поэтому, немножко, они уже не маленькие, уже 16 лет, уже нормальное явление. Поэтому, были эмоции. Отрицательные только. Ратмира Баташева вы заменили, с чем это было связано? То, что он забил гол, уже планировалась замена, поэтому, естественно, это так течение обстоятельств сложилось, что он забил и сразу же заменен. Конечно, нет, мы уже готовили замену за 5 минут до этого, хотели немножко освежить игру в атаке. Как ни крути, не могу не спросить про серию, которая оборвалась. Любые серии не бывают. Не бывает таких серий, которые не обрываются. Конечно, мы огорчены. Мы хотели дальше двигаться, дальше не проигрывать. Но это спорт. Тут два поединка, в которых две команды, которые тоже хотят выиграть. Поэтому нормально. На сегодняшний день, в сегодняшней игре «Динамо» оказалось сильнее. Теперь можем обратиться ко всем командам, которые выступают в ЕФЛ, Юг. Попробуйте, повторите, да? Да нет, ни в коем случае мы так обращаться не будем, конечно. Это футбол, поэтому... В любом случае, вам спасибо. Спасибо за хорошую игру. И в дальнейшем мы вам желаем удачи. Спасибо.